Украину ожидает весенний паводок. Большая вода может прийти уже в первых числах марта. Аварийные службы готовятся оперативно реагировать на вызовы природы. Прежде всего, проверяют гидротехнические системы. Сегодня целый десант чиновников прибыл на один из самых опасных участков – устье реки Дунай. Это в Одесской области, рассказывает Андрей Анастасов. Юг Одесской области – дельта Дуная. Ежегодно под удар стихии здесь попадает 12 населенных пунктов, где живут почти 10 тысяч человек. Опасность дунайского паводка обусловлена несколькими факторами. Огромные массивы снега тают на равнинах вдоль берега, выше по течению, в горах, плюс ко всему идут дожди. И именно здесь, в Украине, эти потоки соединяются и могут вызвать настоящее наводнение. Наиболее уязвимый город Вилково. Фактически он стоит на воде. Вместо автомобилей здесь лодки, которые ходят по каналам, а многие улицы упираются просто в Дунай. Вода. Когда поднимается, она выйдет с этого же канала и затопит сразу же эту улицу. Выше будет подъем, затопит главную улицу и пойдет в эту сторону, в город. Главная защита от наводнений – шлюзы и дамбы. Их техническое состояние сегодня проверил вице-премьер Александр Вилкул. Говорит, слишком резко наступило потепление. Вдобавок к этому грядут дожди. Поэтому к паводку нужно готовиться уже сегодня. На сегодняшний момент уровень воды нормальный. Только формируется преждевременный паводок. Потому мы ожидаем проблемы через 2-3 недели и работаем на упреждение. Многие службы приведены в состояние повышенной готовности. Проверяются все гидротехнические сооружения. Для техники готовят горюче-смазочные материалы. А вот в Мариуполе воду уже откачивают. В городе и окрестностях растаяли горы снега. В итоге ливневки не справляются с потоками. Коммунальщики и спасатели работают круглосуточно. К жилым домам большая вода пока не дошла. Мы не знаем, так сказать, окончательно, какой запас снега на полях в пойме рек Каменюс и Кальчик расположен. Поэтому мы все-таки ждем, что да. Паводок будет. В зону подтопления могут попасть почти 50 домов. Жителей предупредили, документы и ценные вещи хранить всегда под рукой. Если мы видим, что 20-30 сантиметров уровень воды поднимается выше ливневых канализаций, и мы начинаем эвакуацию. Ситуация в Мариуполе может осложниться из-за ветра с моря, который погонит на берег воду и льдины. Но пока прогнозы синоптиков благоприятные. В целом же по Украине наиболее опасными в плане прохождения паводка остаются бассейны рек Тиса, Днепр, Днестр и Дунай. Андрей Анастасов, Ирина Исаченко, Олег Подоприхин, Игорь Механошин. Подробности телеканал Интер.